В новом учебном году в новые школьные двери. Так в поселке городского типа Тальменко не только ученики, но и учителя и родители встречают День знаний в новеньком здании школы. Ну, нравится то, что тут очень просторно, классы все красивые, светлые. А вообще любишь учиться? Да. Какие предметы больше нравятся? Русский, литература, математика, ИЗО. Столько лет ждали школу, прошло как 10 лет, с первого класса пообещали. Вот, наконец-таки, дождались. Ну, это прям вообще огромная школа, много места. Самое любимое, наверное, место будет столовая. Там можно посидеть, поговорить, уроки пропустить можно будет. Ну, а так-то все очень нравится. Торжественное построение, поднятие флага, праздничные пожелания, вокальные и хореографические номера. С этим значимым событием жителей поселка поздравил губернатор края Виктор Томенко. Новая школа здесь, в Тальменке, третья школа, это, конечно, предмет всей нашей гордости, не только района Тальменского, а всего, конечно, Алтайского края. Я очень рад в этой связи разделить сегодня с вами этот праздник, это счастье. Я убежден, что на многие-многие годы этой школе уготована счастливая судьба. И, конечно, ее ученикам. Чествовали и тех, кто впервые в своей жизни вошел в просторные учебные классы. Виктор Томенко проводил первоклассников в здание новой школы. В новой школе войдут 11-классники. Аплодисментами давайте поддержим. Кстати, это не просто школа для обучения. Это школа, наполненная техническим содержанием. Образовательный центр, где есть все для развития. Большая библиотека, два спортзала, актовый зал с костюмерными, просторная столовая. В кабинетах мультимедийная техника и современное оборудование. Вот таким образом это делается. Значит, все стойки опускаются. Дежурные движения не мешают. На базе кабинетов химии, биологии, физики, информатики открыли точку роста естественно-научного и технологического направления. Под впечатлением остались не только школьники, но и их родители. Учитывая то, что я тоже закончила третью школу, только, естественно, старое здание, событие очень значимое, школа отличная и замечательная. Мы стаж работы уже более 40 лет, но для меня каждый год 1 сентября – это самый волнительный день. Встреча с учениками после лета, с родителями – это праздник. Новое здание со всеми условиями, комфортное, большие классы, все очень здорово. Добавим, школа рассчитана на 550 мест, и для жителей поселка Тальменко этот объект значимый и долгожданный. Юлия Щепина, Владислав Ковалев, «День с толком».